На 19 августа 2020 года за последние сутки из стационаров страны выздоровели и выписаны с лабораторной клиникой эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 312 пациентов. Из них в городе Бишкек 102, в городе Ош 18, Чуйской области 41, в Ошской области 27, в Таласской области 2, в Нарыской области 13, в Иссык-Кульской области 50, в Джалабадской области 40 и в Баткенской области 19 пациентов. За весь период на сегодня с выздоровлением выписано 35 197 пациентов. На 19 августа 2020 года зарегистрировано всего 179 новых случаев, из которых лабораторно подтвержденных случаев составили 59, и в городе Бишкек зарегистрировано 10 случаев, в Чуйской области 5, в городе Ош 4, в Нарынской области случаи не зарегистрированы, в Иссык-Кульской области 3, в Таласской области случаи не зарегистрированы, в Джалабадской области 13, в Баткенской области 17 и в Ошской области 7 случаев. Клиника эпидемиологически подтвержденных случаев зарегистрирована 120, из них в городе Бишкек 29, в Чуйской области 12, в городе Ош 4, в Нарынской области 3, в Иссык-Кульской области 36, в Таласской области 1, в Джалабадской области 13, в Баткенской области 5 и в Ошской области 17 случаев. За весь период зарегистрировано 42 325 случаев, из них лабораторно подтвержденные случаи составили 18 184, и клинико эпидемиологически подтвержденные случаи 24 141. В стационарах страны на сегодня находятся на лечении 1428 пациентов, и на амбулаторном лечении находятся 4298 пациентов. Из 1428 пациентов, находящихся на стационарном лечении, в городе Бишкек находится 231 пациент, в городе Ош 91, в Чуйской области 137, в Иссык-Кульской области 212, в Ошской области 255, в Баткенской области 124, в Джалабадской области 264, в Таласской области 51 и в Нарынской области 63 пациента. За сутки от лабораторно подтвержденных и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрирован один летальный случай, который зарегистрирован в Баткенской области в Лилекском районе. Также среди медицинских работников на 19 августа 2020 года зарегистрировано 7 новых случаев, из которых в городе Бишкек 3, в Баткенской области 3, в Иссык-Кульской области 1. И общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составило 3045 случаев, из которых за сутки с выздоровлением выписано 4 медицинских работника, и с домашней самоизоляцией с выздоровлением выписано 7 медицинских работников. Всего по республике с выздоровлением выписано на сегодня 2363 медицинских работника.